Снова приветствую на канале всех любителей японского денима. На обзоре у нас снова Samurai Jeans. Мои достаточно старые джинсы, которые я давным-давно не ношу. Но взял их снова с полки, буду носить снова. Это лимитированный выпуск, еще старый-старый-старый, из серии о четырех небесных королях. Это там каждый выпуск был посвящен определенному самураю и имел характерный такой меланжевый уток. Сделан этот выпуск на основе уже не выпускающейся сейчас модели 0500. Это прямой, не широкий регуляр. Вот сидит на мне следующим образом. Основной здесь интерес, конечно же, представляет деним. Плотность здесь 18 унций на квадратный ярд. Вот. Используется здесь органический хлопок. Кстати, нить здесь не сильно скрученная. Если фактура немножко напоминает 19-унцевый деним кивами, то тактильно он намного мягче. Вот из этого, из органик денима. Вот здесь мы видим такую же, да, вертикальную фактуру в стиле, как у денима кивань. Но он такой вот мягкий, пушистый деним. Вот в моем случае он уже так вот потерся несколько. Но я их прям фанатично не носил. Несколько лет они у меня там лежали. Почему-то я их так... Ну, джинсов много, поэтому ношу я каждую пару достаточно умеренно. И я не турбо прям фанат какой-то вот. Фейт любыми средствами. Я как-то не живу ради этого. Просто ношу, кайфую, мне нравится. А вот он достаточно контрастно затирается. Буду их носить снова. Вытащил я их из небытия. И буду таскать теперь снова. Очень комфортный, мягкий деним. Вот. И достаточно контрастно он затирается. Вот прям видна фактурность. Еще интересный момент, вот уточная нить окрашена, как производитель заявляет, природным красителем. Здесь вот в такой вот серый оттенок, красивый такой меланж получается эффект вот на кромке. Вот так вот выглядит. Кстати, лег-твист у этих джинсов просто очень заметный, он прям до шнурков крутится. Это... Ну, я к этому нормально отношусь, а кто вот эту особенность не приемлет, тем, возможно, такие джинсы бы не понес. Но их уже нигде не купить, потому что это архивная старая модель. Вот деним просто пятерка. Я их так вот аккуратненько так смаковал. Очень много я их не носил. По деталям. Вот здесь... Патч уже потемнел, он когда-то был такой бледно-розовый, он тут кожа растительного дубления, здесь вот самурай вот этот старинный изображен. На задних карманах вот эта верхняя кромка кармана уже потерлась, она имеет такой вот некий 3D эффект. Вот редтап еще тогда использовали, и темные арки, они чуть позже будут проявляться, такие вот они темным цветом. Когда джинсы уже посветлеют, там много стирок уже пройдут. Вот, так что штаны крутые. Думаю, а что это я их и не ношу? Относить. Вот эти золотые болты, как на юбилейных, на старых, на всех сериях самурай любит. Вот такая стилистика с символом перемен. И вот здесь вот сама кромка, вот эта вот серебристая. Они, так что джинсы крутые. Вот еще раз посмотрю на сам деним. Думаю, их еще носить. Как всегда, прикладываю текстовый обзор. Там дам побольше информации. Вот, и, то есть, чтобы полностью воспринять информацию по обзору, лучше смотрите видео и читать. Так что... Вот, возвращаю их снова в свой гардероб, буду их носить с удовольствием. Спасибо всем, кто смотрел. Как всегда, носите хорошие джинсы, буду по мере возможности снова радовать вас обзорами.